такой манипулятор мы собрали на базе 5 сервомоторов, который может работать по нескольким осям. Есть очень хорошая программа в интернете, называется Servo Studio 12. Она дает возможность управлять команды, и эти команды записывать, а потом воспроизводить их в определенной последовательности, которую вы выберете. В общем, вот этот микроконтроллер подключен сейчас к этой программе, и можно понаблюдать, что он может делать. Здесь можно выставить более высокую скорость срабатывания, но она даст определенного типа дергания. Опять же, это все можно будет настраивать вручную. То есть поворота, например, быстрее. Все ограничено углами поворотов ваших сервомоторчиков. Таким же образом можно готовые записанные проекты, которые у вас есть, то есть сохранить его, и потом этот же проект можно взять и воспроизвести. Вот какой-то тестовый проект сейчас. Давайте попробуем воспроизвести. Можно заставить действие повторять циклично, то есть выполнить одно действие, взять какую-то вещь, куда-то ее поставить, потом вернуться, опять взять эту же вещь и опять куда-то поставить, то есть использовать в различного рода проектах. То есть это один был тестовый скетч. Можно попробовать еще какой-нибудь другой. В вашем случае вы выбираете, что конкретно вам нужно делать, сохраняете это действие, и затем он его может спокойно воспроизводить. Всем спасибо за просмотр.